Всем привет. Вот мы обновились. Если вот такой вот экран большой, и здесь нету ничего. Ну, в смысле драйвера нету. Ну, придется что делать? Хорошего ничего нету, естественно. Надо будет старый удалять драйвер и новый ставить. Или пробовать через административную строку, но может быть и не получится. Смотрим, ищем драйвер. И удаляем эти все драйвера. Потому что их они на старые драйвера уже не установятся. Пока на паузу. Ну вот, в принципе, мы удалили. Смотрим, что есть, что нету. Смотрим эту папку, если она у нас осталась еще. Вот она. Значит, мы ее удалим по-другому. Если у этой программы нет, вы можете написать, я скину ссылку. Она удаляет все, что можно. Вот так вот. Нету. Очищаем, конечно, корзину, чтобы они мешались. Вот, у меня 300. Если у кого нет, у меня она есть еще раз. Можете написать. И, в принципе, я могу ссылку скинуть. Это до 10-й версии идет. После 11-й версии идет директриса 11.7, идет по-другому все. Ну, в смысле, это там 348-я там еще какая-нибудь в основном. Ну вот. Экспресс-установка. Далее. Ну, я по окончании включу по новой. Ну вот, в принципе, и все. Маленечко побольше сделать надо.
Так, ну я пока мне сейчас заканчиваю, мне надо будет перегрузкой, и после этого начнем удаление, чистку и восстановление всех папок.